Христос воскресе, Александр. Да слушаю, Александр. Да я просто по вашему вопросу, вы там говорили, что собираетесь, как бы, как Бог положит, на Украину туда ехать. Да. Вот, есть какое-то мнение свыше, что Господь вам говорит? Ну, мы сходили в местную организацию, от них ничего не зависит, только через Министерство военных дел. А там нового поставили сейчас Белоусов. Вот когда воевали там с ИГИЛом в Сирии, я просил, чтобы меня через турецкую границу переправили. Программу выставил, все. Да там не дадут они. У меня все обдумано. И вот сейчас здесь я молюсь об этом и прошу помочь. Роль миротворца дана Богом только. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Я не прошу ни победы, ничего, а только чтобы воля Божия была, и все увидели, что же мы делаем-то. Вот так. Ясно. Спасибо, так, Христос. Мы сходили, где тут контрактники. Там даже они не понимают, что я говорю. Ну, в общем, понятно. Нашлись люди, подсказали, только через министерство. И тогда они должны отправить, передоговориться с теми вместе, не тайно, с Зеленским договориться. И чтобы с митрополитом там быть, ну, Лонгин, с Лонгином, Михаил Жар, его фамилия. И там я в монастыре, чтобы в молитвах участвовал, мне больше ничего не надо. Быть рядом. Да, да будет воля Божия, конечно. Да, конечно. Я в прошлый раз все подготовил, все. В этом деле участвовали на патриарха, обратились к ФСБ, КГБ. Вот как. Ну, отблагодарили за патриотические чувства, там то другое. Так. Ну, то есть они по-своему видят. А как вы будете там? Нигде. Самое место, где бомбят, где больше всего у них потеря, там и быть. Это я говорю про Сирию, когда воевались в Сирии. Ну все. Я слушал вас. Да, вопросов нет, отхожу. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Аллилуйя.